Чебоксарах прошла акция «Тропа здоровья». О том, кто в ней участвовал, смотрите в следующем репортаже. Я с вами прощаюсь до завтра. Всего вам доброго. До свидания. Вместо того, чтобы свернуть на кривую дорожку, они пошли по тропе здоровья. Акция под таким названием 25 сентября прошла в Чебоксарах. Студентов, школьников, работников предприятий, даже пенсионеров поставили на здоровый путь сотрудники городской стоматологической поликлиники. Ее руководитель, депутат Чебоксарского городского собрания Владимир Викторов, считает, что медики в первую очередь должны показывать пример здорового образа жизни. Я очень рад, что наша республика под эгидой нашего министра здравоохранения Чувашской республики Аллы Владимировны Самойловой зародилось в этом году новое мероприятие «Тропа здоровья». И, конечно, нам, врачам, надо показывать пример нашему населению, что здоровье в наших руках и что мы сами творим свое здоровье. Тропу, кстати, выбрали совсем не короткую. Участникам предстояло обойти залив. Но перед тем, как отправиться в путь, участники хорошенько размялись. Заряда энергии хватило, чтобы дойти до конца, несмотря на мокрое препятствие. Но на финише участников ждало не только моральное удовлетворение и учащенный пульс, но и розыгрыш призов. Другими словами, участникам акции удалось совместить приятное с полезным. Они доказали, вместе весело шагать не только по просторам.